Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota RAV4 2015 года выпуска, 2 литра полный привод. Пробег на автомобиле 50 тысяч километров. Решили заменить масло в коробке вариатор. Частичная замена, без замены фильтра. Замену фильтра сделаем на 100 тысячах. Здесь просто замена масла, 8 литров. Путем частичной замены с заводкой, прогонкой по всем скоростям, приподнимем, включим скорости по одной, чтобы все каналы продуть свежим маслом. Потом сливаем и опять заливаем. Поднимаю автомобиль. Поднял автомобиль. Сливная пробка, вот она. Под ней находится уровневая трубка, которую мы тоже выкрутим, когда будем сливать. А заливная пробка находится вот здесь. Вот если сбоку посмотреть, сейчас я ее покажу, вот в этом месте. Вот эта вот капроновая пробка, я ее приподнял. Она не закручивается, она просто на резиновом уплотнительном колечке. Это место на старых коробках использовалось под щуп. Вот она спереди, возле шланга охлаждения коробки. Поддеваем отверткой ее и снимаем. Я ее поддел, поднимаю вверх. Вот она, уплотнительное колечко резиновое. Вот такая вот пробочка. Через нее и будем заливать масло. Беру шестигранник и откручиваю сливную пробку. Шестигранник на 6. Масло темненькое, конечно. Сливаю. Уровневая трубка должна закручена быть от руки. Вот, да, все, она легко пошла. Шестигранник тот же на 6. От масла пальцы проскальзывают. Вот такая вот уровневая трубка. И закручивать ее будем тоже от руки. Сливаем масло. Масло с поддона стекло. Закручиваю пробку, но уровневую трубку я не стал закручивать. Сейчас померю, сколько примерно у меня стекло масла. И ровно столько же я залью. Залью, заведу. Погоняю коробку во всех режимах. После этого также сливаю. И повторяю процедуру таким образом, я думаю, раза три. В зависимости от того, сколько масла у нас сейчас стекло. Проверяю. Замерил, сколько слилось масла. 2,5 литра. Поэтому 2,5 литра примерно я буду вливать. Масло использовать буду CVT TC. 08 886 02 105. Открываю банку.
и заливаю чуть больше половины через трубку. Трубку вставил в отверстие, где снял пробочку. Масло было, конечно, грязное, поэтому менять его надо обязательно. Кто-то сейчас скажет, что надо с фильтром. Да, фильтр поменяем, но только на 100 тысяч. Заливаем. Влил 2,5 литра масла. Шланг я выдергивать не буду. Сейчас завожу автомобиль и прогоняю по скоростям его. Переключаю селектор. И отпускаю педаль тормоза, он сам проходит по скоростям. Газовать я не газую, он на холостом ходу сам набирает оборотов. Дополнительно каналы переключаю, передатчик омывается последующим. Иду сливая. Откручиваю пробочку. И сливаю масло. После того, как залью, также без трубочки закручиваю пробочку, заливаю масло. Я уже это показывать не буду, просто процесс расскажу. Заливаю масло, точно так же прогоняю его по всем режимам. После этого опять я сливать буду масло. И уже после этого устанавливаю уровневую трубочку и закрываю пробочку. Когда залью масло, прогоню во всех режимах, прогрею коробку до 45 градусов. И откручу вот эту пробку. Выставлю уровень по уровневой трубочке. Вот этот момент я уже покажу. Все, второй раз сливаю масло. После. Тазик даже не убирал. А вот сейчас уже сольется масло и закручу уровневую трубку. Слилось масло. Закручиваю на место уровневую трубку. Все. От руки уперлась, больше мы ее не крутим. Теперь закручиваю пробочку.
Я ее даже не подтягиваю пока, потому что мне ее еще откручивать. Заливаю масло. Это уже вторая банка. Масло точно такое же. Мешать не надо. Залью чуть больше. Не 2,5 литра, а залью где-то 2600. В банке осталось грамм 500-400, наверное. Иду, завожу автомобиль. Ну, теперь по передачам я ее не гоняю. Просто прогреваю, чтобы у нас температура коробки была 45 градусов. Здесь непонятно как. Я измерю электронным термометром поддон и корпус коробки. Прогреваю. Все, прогрел автомобиль. Вот температура коробки 48,4 градуса. Сейчас еще раз проверю. 49,3. Откручиваю пробочку. Автомобиль работает. И сливаю вот это вот масло. Это лишнее масло. Это излишки, что я налил. Автомобиль прогрелся, масло расширилось. Сейчас оно до уровня трубки сольется. И мы закручиваем пробочку. Все, вот масло запузырилось. Все, можно закручивать, потому что дальше автомобиль продолжает работать, двигатель греется, масло будет расширяться. Закручиваю, подтягиваю пробку. Очистителем карбюратора смываю масло. И протираю. Выдергиваю шланг. И ставлю на место пробочку. Пробку я на место установил. Вот таким образом я частичной заменой коробки путем промывки заменил 400 грамм у меня осталось в банке. 7 литров 600 грамм заменил. На следующие 50 тысяч пробега это хватит, а на 100 тысячах уже снимем поддон и заменим фильтр. На этом все. Всего вам доброго.